Рабскую психологию необходимо искоренить. Люди, рожденные в бедности, не все, большинство, злые и завистливы. И какой бы духовностью и нравственностью якобы они не прикрывались, их действия говорят за них. Рабская психология равно рабская жизнь. Психология свободного человека, альтруиста, свободная жизнь, полное счастье, где позитивная полярность превалирует. Что можно сделать для того, чтобы начать жить по-другому и относиться к деньгам по-другому? Первое. Благодарность. Об этом говорили в нашумевшем фильме «Секрет», который уже такой избитый, но благодарность – это то, чему как раз наравне с рабской психологией нас не учили. Нас не учили благодарить. Учитесь благодарить людей. Вы знаете, есть такой канал «Познавательное ТВ». Ох, и там же ведущий, он делает материал, очень серьезный материал, проделывает колоссальную работу и читает это с листа. Ему так удобнее. Он общается со зрителем и читает с листа заготовленный текст. И как-то раз я увидела под одним из его видео комментарий. Комментарии наподобие: «А что, не можешь не с листа читать?» И я думаю, вот это прекрасный представитель нашей флоры и фауны. Для вас текст подготовили, собрали материал, который идет вразрез с этой рабской системой, для того, чтобы вы задумались. Вам его читают, вам его снимают, вам его смонтировали и выложили на YouTube. И все, что этот человек смог написать, это «А чё не мог, не с листа читать?» И вот это пример неблагодарности. Вот это пример вот этой вот гнилой рабской психологии. А человек этот может прикрываться абсолютно благими мотивами и говорит, что осуждать хозяина канала за то, что он в конце видео оставляет свои кошельки, или, как я видела комментарий под одним, тоже видео было направленное на освобождение общества. И под видео комментарий: прочел статью, собрал просмотры. Вот это пример ужасной неблагодарности. Не будьте такими людьми. Будьте благодарными. Если вы видите, что для вас стараются, для вас делают... Нет, конечно, мы все делаем для себя. Но для вам выложили бесплатно видео, подготовили материал, смонтировали. На тем более тему, если это темы околодуховные, да, или конспирологические, или как-то разоблачающие уловки системы, которые делают вас свободнее. Господи, да напишите вы хотя бы «благодарю вас». Чтобы вырваться из вот этого мрака рабской психологии, стать человеком разумным. А лучше поблагодарите автора теми же деньгами, энергией. Потому что если человек это делает, то он уже настроен альтруистически. Вот это значит быть человеком разумным. Жить разумно и помогать другим. Люди неблагодарны, их вечно все не устраивает. Поэтому у них ничего нет. Поэтому они затягивают на себе вот эту петлю всю ту же и ту же. Благодарите. Благодарите. Благодарите своих близких. Благодарите своих друзей. Я благодарю вас за то, что вы смотрите меня. Я благодарю вас за то, что вы нашли время для того, чтобы посмотреть это видео. Я благодарю вас за то, что вы внемлите моим словам.
Я благодарю вас за то, что вы заплатили за это видео. Потому что чем больше вы заплатили, тем больше это уляжется в вашей голове. Соответственно, тем эффективнее вы будете жить. Такой парадокс, вроде бы, в сознании раба. Чем больше ты даешь, тем больше получаешь. Это должно перестать быть парадоксом в вашей голове, стать нормой. Чем больше я благодарю, тем больше мир благодарен мне. Начать воспринимать матрицу как нечто, что заботится о тебе. Зеланд, думаете, он дурак? Да он гений. Матрица заботится обо мне. Я благодарна этой матрице за то, что у меня есть возможность вам это транслировать. Я благодарна этой матрице за то, что я могу предстать перед вами ухоженной, красивой, в красивом, интересном платье и помочь преодолеть в себе вот этот груз, потому что я знаю, что вы чувствуете. Я вас благодарю, и вы благодарите.